двигайся. Ох, хорошо. Вот это было хорошо. Ну, уже забивайте уже, ну. Ай-яй-яй. Ну, поджали трубку. Двигай! Давай-давай быстрее, быстрее. Лево уже. Лево. Джин, Глеб, один сзади. Меняй, Коля. Меняй. Ну, Даня! Блин! Ай-яй-яй! Данила, а почему вверх ударил? Коля. Ай-яй-яй! Да, типа нарушение, да. Хотя, по мне так не было нарушений. Черт его знает. 9 дней. Ну что за бан? Четверо же были, ребята. Зачем ты отдаешь? Но было не умею, наши бить вообще не умею. Ну вот, казалось бы, ударь. Ну, хорошо, Даня, хорошо. Точнее. Илья, подбегай! Давай через левый спад уже! Егор не уходит на пару. О-о-о! Хорошо, Егор, молодец! Поджали, молодцы. Поджали, хорошо. Давай. Ух ты! Ух ты! Не, не все. Хорошо. Тмиша! Вот обводить! Вот, отдай! Вот сейчас мне пас надо стереть. Надо было сразу на одно касание. Поборись, поборись! Обидно, с такой игры можно сравнять уже. Не дал пас, так не заметил. Ну кому, блин? Ну и вот, вот. И пошел! Пошел! Вперед, Илья, вперед! Что там? Молодец, молодец. Там стоит вот! Поджимай, поджимай его! Молодец! Ты с кем играешь? Сам себе. О. Простили. Ты с кем играешь? Я поставил уйти от этого игрока. Что ты стал? Там замерзли. Это надо закрывать. Просто мы стоим не по фэншую. Ай-яй-яй, не прошел. Как не прошел? Давай! Ну всех не обыграешь. Молодец! Молодец! Даня, давай! Помоги! Догони его, догони! И провал. Вот ее, повезло. Ну и куда, зачем? Гаврукович, ты будешь играть сегодня?
Включайся, включайся, не спи. Ближе подойди к игре, ближе. К игре ближе. Ой-ой-ой, это гол. Нет. Зачем сразу бить? Убрал как если все. Ну давай пас, блин, ну вот он, да блин, добегите, ну уже. Все два гола не завалили, так и игра была более-менее нормальная. Ну, так я говорю, разыграли сейчас. О, наконец, блин. Давай, 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 Артем, давай. Держи план. Ну, вообще, назад не надо уходить. Держи его. Без него расходить. Молодец, Кузя, и Пашка здорово. Вот как. Все, вынос, нет. А там больше никто был. Что делать? Что происходит? Лёш, просит,
Учимся там, а вот тут вообще никого. Молодец! Побежали, побежали! Такое нарушение. Ближе подойди к игре, ближе к игре подойдите. Ловил там на выбивание кто-нибудь. Гоша, ближе к игре подойдите. Что вы там делаете? Глеб, стой. Глеб, стой. Ближе подойди, Гоша. Ну забивается, ну же. Да елки-палки. Блин. Ну, видишь, свои моменты не реализовали, и все. Реализовали бы, была бы другая игра. Так у них моментов было. Сильнее бегать. Четкие пасы. Ну, давай. Ловко, сам, сам. Сами же кричали, сам кричал. Кричай! Я перед девят. Не проходи, не проходи! Да, ну! Не проскакивай! Да, да, я. И вперед, вон он! Ну же! Зато мне темно-синее что? Все хорошо, нормально. Ты должен подтягиваться к нему, не знаешь. Вот так! 45-55. Окей, Google. Вперед! Леша! Вперед! Дима, ты! Кричать! Молодец, до конца! Хорошо, хорошо, хорошо! Держи, держи! Так вот вообще боёшься. Ты хочешь расстраиваться, будешь так? Да, всё нормально, но... Держи! Thank you.
потом все уйдет. Я промолчу. Что такое не везет? Чуть-чуть пониже, Степашка. Это не Ваня. Быстрее. Сколько? 8 минут еще. Набежали! Ближе к воротам, ребята. А на задних кто останется? Так-то. Давай, ух ты, молодец! Адриан, ничего не было нормально! Гола нету! Посмотри! Почти, почти, молодец! Ладно, молодец! Хорошо! Борис, Борис, Борис! Главное хвост. Да кто еще не победит? Крылья, ноги, главное хвост. Там чуть-чуть не ударили, там чуть-чуть не ударили. Да, моменты были. Моменты были. Да, моменты были, но... Так а что был этот штрафной? Он же бил по мячу и попал в него. Что ни хрена непонятно, ну ладно. Андрюша! Молодец, Андрюша!
5. 5 не очень. 5. А это что было? Ты что, не что ты? Ай, ты же не понимаешь. Ко мне, ребята, ничего. Молодец, давай, выговаривай. Я не, ну не стой, ты не На дальнюю штангу! Кто-нибудь! Когда-нибудь! Не понял, что это по что бегает? Заменили, ну что? Какая разница? Но... Я же не пытался вытянуть мяч из ворот, не получилось. Ну, молодец. Ну и давай, ну забей хоть один. Ну. Блять, Сюзанна. Что, кто-то голод был? У меня Короче, царапай, царапай. Нормально, нормально. Счет бы вы.